Всем привет, и это снова я. Тут меня спросили, а какие игры играют дети в Германии? Ну, допустим, я взял планшет своего пацана и как бы решил заснять это видео, во что они играют. То есть показать его игру и сыграть, естественно, за него. Да? Если кто хочет, может, конечно, вступить в этот клан или написать, чатоваться в этом клане, да, или тоже играть в этом клане, как бы, немного народа, точнее, я его записался в этот клан, и все с него убежали, и я остался, ну, то есть мы остались в нем, да, ну, вот, так что вперед, игра загрузилась, я вам сейчас покажу примерно, что и как и зачем. Вот, допустим, заходим в игру. Это сундучки, которые можно выиграть за победу. Они бывают разные, простые, золотые и так дальше. И можно выиграть карты. Да? Мы зайдем слева направо. То есть вот такие сундуки можно тоже выиграть или купить. Да, здесь есть деньги, есть здесь алмазы. А здесь можно смотреть, сколько набрал, на каком левел поднялся. Да? Разные. Вот можно и за бриллианты покупать. Такие есть. Можно за деньги покупать карты, которые выигрывают. Можно такие значки покупать. Ну и разные, как говорится, чемоданчики. Вот. Как бы можно и за деньги. Но я не рекомендую, не знаю. Мы до сих пор еще никогда деньги туда не вкладывали. И так можно играть здесь. Допустим, можно три разных картных дека выбрать. Себе самому составить, можно посмотреть в интернете, можно посмотреть, какие вам больше подходят. Здесь, допустим, карты, которые можно выбирать, да, можно смотреть, что они могут. Да, допустим, вот. Можно их дальше расширять, против кого, описание идет, все. Можно их, как говорится, да, поднимать по силе. Здесь, допустим, уровни. Вот. Как можно высоко подняться, допустим, по уровням, да, начиная от начинающего. Это я сейчас иду вниз, на самое начало. Ну, допустим, я быстренько пролистаю, потом пойдем наверх. Ну, вот тут, допустим, где оно? Так, сейчас. Вот это начальник карты, как бы начинаешь на этой арене. И можешь постепенно себя поднимать выше и выше. И выигрывать, соответственно, призы, карты. Делать свой дек сильнее. В принципе, для детей это неплохая игра. Конечно, много нельзя, чтобы они играли. Но, в принципе, здесь ничего не такого плохого. Да? И можно немножко, там как бы есть чат. Можно немножко переписываться в чате. Кто, что, откуда, зачем. И дети немного тоже так общаются с другими детьми. Но это, конечно, можно наверх, мы еще до туда не поднялись. Вот, допустим, это к игре. Здесь еще можно собирать кроны и выигрывать отдельные призы, отдельные подарки, да? Бриллианты и всякое такое, значки. Вот. Ну и хорошо. Есть разные опции. Допустим, здесь есть опция, по-моему, можно как клан играть. Здесь иногда выкидываются тоже опции, можно что-то тоже, какую-то игру начать бесплатную, да, допустим, или за бриллианты. Ладно, так я примерно рассказал вкратце об игре. Игра бесплатная, да, и для Android, и для Apple. Ну вот, и в принципе без разницы, на чем играть. Я считаю, что как бы, ладно, начнем игру. Я примерно дек свой создал, сейчас покажу его. Это на любителя, можно другой дек сделать, ну как бы, сейчас посмотрим, даст он плоды какие-то или нет. И, кстати, игра проходит в онлайн всегда, да. Здесь собираются игроки со всего мира. Есть даже платформы, на которых можно заработать деньги на этой игре, играя в эту игру. Да, допустим, что можно анимацию включить, звуки разные включить и так далее, да. Вот, допустим, вот эта легендарная карта, да, она очень сильная, и поэтому нужно отвлекать его, да, видите, на расстоянии, как он хорошо может делать.
Этот бомбер тоже неплохая карта, да? Но нужно немножко смотреть свои войска. Есть сухопутные, есть летающие, есть всякие, да, допустим, войска. И нужно составлять свой дек так, чтобы было от всего по чуть-чуть, да? Сейчас я вам покажу, как примерно можно отвлекать врагов, можно как примерно, да. Вот у него в основном, видите, ставка поставлена на сильные карты, да? У него, видите, турн левель у него 9, у меня только 7. То есть многие тоже впаривают дофига бабок туда, раскручивают, может быть, они на этом деньги даже зарабатывают, на турниры ездят, да, это всякие люди бывают. И как бы, ну, я считаю, что это не обязательно. Вот мы можем сейчас, допустим, отвлечь этого гренадира, или как он называется, да. Или, то есть, сейчас этот дракон, или магия, вот у него электромагия, да, очень сильная карта. Ну, и посмотрим, доведется ли нам победить его, да. Все-таки то, что у нас остается очень мало энергии в наших турмах, это еще не значит, что мы проиграем. Это еще об этом не значит. Потому что сейчас, если последняя минута остается, время идет вдвойне. Да, и мы как бы посмотрим, что мы сможем сделать, да. У нас есть неплохих пару карт, да, и мы как бы, я надеюсь на эти карты, что мы все-таки сейчас пойдем. Голем очень сильный, да, и он может на себя вызывать много огня, выдерживать большие как бы выстрелы. И даже если некоторые вызывают себя неплохих карт, даже которые за деньги куплены, да, все равно голем может их раскидать и сломать. Да, видите, у него видно, что он много денег вложил в свой дек, да, что они как бы, у него карты не на простых уровнях, да, что он очень сильно вложился. Ну, это иногда не сильно помогает, да, это еще не факт, что он выиграет, хотя уже факт, да, что он сейчас бы уже почти что выиграл. Но мы посмотрим. Может быть, мы еще перевернем все в свою сторону. Ну, нет, жалко. Он выстрелил своими копьями и убил наш последний турм или первый турм. Да. Здесь, допустим, очки набираются. Здесь стоит клан, где мы находимся и против кого мы играем. Сейчас я попробую наглядно показать еще раз. Допустим, какую-то игру, да. Поэтому иногда жалко, да, что многие вкладывают очень много денег в эту игру. Ну, каждый должен сам знать, на что он тратит свои деньги, да. Я, допустим, своим детям не разрешаю вкладывать туда деньги, потому что все-таки игра. И не обязательно в нее деньги вкладывать, да. Допустим, вот сейчас мы посмотрим, у него левый 8-8. И, возможно, таки так мы его сейчас легко победим, потому что у нас очень хороший дек, очень сильный дек. Несмотря на то, что, конечно, он бесплатный. Но это, еще раз я повторюсь, да, это без разницы, бесплатный или платный дек, да. Если дек хороший и у вас хорошая стратегия, да, вы свои карты можете стратегически хорошо выкладывать, да, то неважно много денег вкладывать туда, да. Вот программисты этой игры так и сделали, что не обязательно вкладывать деньги туда, все равно можно играть, да, и годами можно играть и получать удовольствие, да. Вот, допустим, видите, сейчас мы смогли победить полностью 3 башни, да, и набрать полную очков, да, допустим. Вот, нам показывают, что мы 30 очков выиграли, 30 бокалов выиграли, да, что как бы и 22 монеты заработали. То есть в данный момент мы отыгрались неплохо довольно-таки, да. И что нам повезло, да, мы набрали 10 дополнительных очков, да, и нам дополнительный такой сундук достается золотой. Мы его можем открыть, вот такой вот золотой сундук. Вот мы 1052 монеты получили, 3 ювеля мы получили, 3 бриллианта зеленых, 14 с копьями таких гоблинов. Скелетов 16 штук мы получили. И, допустим, довольно-таки сильная карта. Или ПК, мини-ПК. Очень сильная карта, да.
Ну, в принципе, это ничего такого. Я бы не сказал, что особенно такие редкие, нормальные карты, да. Вот. И мы еще можем здесь выиграть параллельно еще призы. Попробуем сейчас вам показать это. В общем, для детей это стратегическая игра. Ну, не только для детей, взрослые, я, допустим, тоже в нее играю. С удовольствием иногда, если есть время, конечно, да. Вот. Она доставляет удовольствие. И что классно, да, бои идут в основном по 3 минуты, да, и не занимают много времени, да, допустим, там на паузе можно где-то сыграть. Естественно, не в школе, там, а где-то там. В школу, конечно, лучше не давать телефоны или что-то такое, да. Я вот неправильно поставил этих птиц, прям как раз под стрелы этого врага. Вот в бочке летят такие гоблины тоже. Тоже сильная карта, да, заметно, что наш не успел гоблин дойти до конца, а уже такие потери, да. Здесь видно, что у него вот эта оболочка вокруг, да, это платная. Посмотрите на мой турн. У меня нету нигде, потому что у меня бесплатная, да. То, что у него немножко вот эти флаги здесь висят, и вот это вокруг окоемка такого светло-голубого цвета. Это говорит, что это платное, да, это, то есть он этот прикол, короче, как бы тюнинг купил, да, допустим. Ну, это еще ничего не значит, что он выиграет, но подождем. Нам нужно, главное, здесь стратегия, главная стратегия, да. Если у вас есть хорошая стратегия, и вы можете хорошо ложить карты, можете прочувствовать врага, узнать примерно егоную стратегию, да, что он думает, что он хочет, какую он карту ложит, опередите его наперед, как в шахматах, опередите его немного наперед, то вы можете еще выиграть. То есть мы потеряли сейчас в данный момент одну нашу башню, но это еще не значит, что мы проиграли, да. У нас довольно-таки много еще времени отыграться, и я думаю, что мы это и сделаем. Да, в данный момент я смотрю, как бы не все у нас еще потеряно. Поэтому игра завораживает, игра шикарная. Мы попробуем его тактически обмануть. Видите, даже если он стреляет в нас, это еще ничего не значит, это еще не страшно, да. У нас большой этот самый главный турн, он очень много занимает у нас жизни, все. И мы будем сейчас пробовать заложить так карты, чтобы ионные карты сразу наша карта побеждала, да. То есть мы стратегически сейчас делаем такой важный шаг, прыжок, что мы снесем все его турмы, попробуем все турмы снести, что он даже и не заметит, и ничего не сможет с нами сделать, да. Вот. Поэтому я говорю, что если мы потеряли первый, это еще не значит, что мы проиграли, да. Самое главное сделать такой натиск врагу, чтобы он не смог его отбить, да. То есть, если он даже захочет, то не сможет, да. Вот в данный момент мы это как раз и увидели, да, как говорится, что даже если мы первые потеряли наш турм, он обрадовался, скажет: о, я имею в виду с новичком, он ничего не понимает и начинает делать ошибки в этой игре, да. А мы переворачиваем всю эту игру на нас. И вот еще один подарок, даже еще несколько подарков. Вот, допустим, мы нажимаем сюда и можем выбирать себе карты, да. Допустим, эта карта у нас уже есть, а этой нету, да. Мы ее, естественно, выбираем. Вот, теперь мы получили эту карту. Теперь она у нас есть в наименовании, да. И еще мы выиграли сундук, так как мы несколько игр сыграли на отлично и накопили наши короны. Мы выиграли еще один золотой сундук. Кстати, эти сундуки неплохие. Здесь почти вот опять 1000. Если посчитать, что мы до этого были 1052, две монеты. Сейчас у нас 979, да, практически опять 1000. Здесь у нас 30 тысяч выходит. Вот два бриллианта. Вот нам как раз их и не хватало. Такой у нас с пушкой. Вот, и тоже классный какой-то Чингачгук. Это Hurricane, да, Торнадо. В принципе, неплохие карты достались, да, и к тому же бесплатно, да. Кстати, видите значок? Это значит, какую-то карту можно. У нас есть и деньги, и карту мы можем сделать. Допустим, в данный момент это вот эта карта. Вот всего 1000 золотых монет. Да, и она показывает нам, что очень хороший знак, что против летающих она. Против пехоты она не очень хорошая. Вот. Это называется
стрелок из лука, да, теперь нам нужно набрать 200 от него. Теперь то, что мы его подняли по уровню, по силе наверх, мы получили здесь пункты. То есть, если мы здесь получаем пункты, мы можем раскачать нас на восьмерку. Проверим, что мы можем сделать. У нас есть немножко денег. Мы сейчас прокачаем некоторых бойцов в надежде, что мы можем получить наш главный турм поднимется по очкам, по силе, по жизни, по левелу наверх. Кстати, прикольная игра, я говорю, я не делаю рекламу для этой игры, потому что я от них ничего не получаю, да. Мы просто это играют мои дети, я играю, классно играю, уже много лет играем, и она все никак не надоедает. Если хотите, я вам говорю, можете заходить в наш клан, мы ищем тех, кто с нами будет очень хорошо играть. Игра высшая, сейчас мы посмотрим, у нас еще 20 тысяч золота есть, мы сейчас это все дело, как говорится, поднимем, все сделаем. И будем надеяться, что мы сможем, у нас денег хватит поднять вот здесь нас на восьмерку. Потому что чем мы выше идем, тем больше жизни у наших турмов, у наших замка, или можно его назвать замком, вот, тем больше жизни у него, тем больше могут нас натиск делать. Вот. Ну, я опять повторюсь, тут здесь главное самое, это стратегия, главное выбрать правильно карты свои, да, которыми вы можете играть или хорошо играть можете, или сделать свой дек. Здесь фантазия не имеет границ, есть разные карты, эликсиры есть, помощные эликсиры есть, чтобы, допустим, здесь это эликсир, да, он ускоряет ваших игроков, ваших, как бы, выбранные карты, которые пехота или драконы, или еще что-то, да, оно ускоряет, дает скорость. Есть карты, которые замораживают даже, да, все, что в округе, они замораживают, кроме вас. О, здесь. Вот эта, допустим, карта очень тоже хорошая, да, она бьет электричеством, молнии вызывает, это эликсир. Жесткая вещь, она, можно ее раскачать, и она занимает немного энергии, и бьет полностью, может убивать драконов. Это шикарно. И занимает всего 2 эликсира. Да? Сейчас попробуем, мы уже подходим к границе. Что я надеюсь, у нас хватит денег показать вам, как выглядит, когда мы поднимемся сейчас. Вот как раз. Ну вот, это магия. Он может стрелять магией. Ну, в принципе, мне такие карты не очень нравятся. Так, вот. Допустим, могу вам показать, как сейчас у нас, вот, мы поднялись на левеле, да, и вот в чем разница. У нас добавилось к нашему замку 240 жизни, и мы можем, когда мы стреляем с нашего замка, плюс 6, да, это немаловажно, да, вот. И это дополнительные турмы, которые слева и справа стоят, 168 добавилось, и тоже плюс 6. Ну вот, это которая карта сейчас в данный момент раскручивается на этой странице. Да, вот, в принципе, и все. Мы оставим эти деньги, не будем их тратить. Попробуем вступить в бой и посмотреть, что нам это дало. Да, допустим, мы видим уже здесь восьмерка и здесь восьмерка. И нету никаких причиндалов специальных, да. То есть он не прокачал эту игру, он туда не впихнул бабла дофига. Поэтому у нас шансы на равных. Что это классно, да. Теперь нам нужно только, как говорится, посмотреть, какая у него стратегия. Да? Может быть, он хороший стратег и победит нас. Поэтому никогда не знаешь. Но иногда можно, допустим, посмотреть уже с каких стран. Допустим, в Турции очень много. Если здесь стоит, допустим, Турция или еще что-то, да, можно сразу понять, что они очень много денег вкладывают в игры. Очень сильные игроки, очень сильные карты, да, и это никогда за бесплатно таких карт не бывает. Не бывает никогда. Поэтому сделаем так. Попробуем вот так сделать. Да, видите, он пытается остановить нас, пытается, но его дек рассчитан совсем на другие карты, да. В принципе, у него неплохой дек.
Но у нас сильный дек, да, вы видите, в основном все рассчитано на летучие, да, на летучие, натиск с копьями, все, но это у нас не прокатит. У нас дек намного сильнее, мы будем делать так, чтобы мы будем посылать голема, чтобы он все проламывал, а потом мы будем идти сзади легкой пехотой или лучниками нашими. И будем потихонечку сносить все на своем пути. Так что посмотрим. Когда честный бой, это очень интересно, да, когда твой соперник, да, не вложил туда несколько тысяч евро, да, несколько тысяч долларов в эту игру и играет честно так же, как и вы. Тогда только начинает, как говорится, только важная техника, да, и тогда вы можете точно посмотреть, это профессионал или просто мажор какой-то, который там бабла закидал туда и думает, а пофигу, что у меня бабки есть, я их все прокачаю здесь и всех сделаю, да. Вот, поэтому нужно смотреть, что стратегия — это очень-очень важно, да. Не обязательно иметь много бабла, не обязательно иметь какие-то там образования, а можно вот именно так научиться в эту игру играть и, как говорится, доставлять удовольствие. Да, что классно, я опять повторю, что классно, всего 3 минуточки идет этот бой. Да. Можно поиграть, кофе попить где-то, если в дороге едешь, где-то цак сел, попил кофе, сыграл один бой и поехал дальше. Да, допустим, не обязательно играть в эту игру днями напролет. Да, то есть это ничего не дает. Ничего. Да, допустим. Здесь у нас опять красная горит, значит, мы какую-то карту выиграли, которой у нас до этого не было. Сейчас мы ее найдем. О, ага, ну это мы, естественно, известно, да? Вот. А это те, которые карты я еще могу выиграть, у меня их нету, поэтому они темные. Вот. Я либо не поднялся вот в этом до нужного левела, где эти карты будут открыты для меня. Вот. А те, которые я уже могу выиграть, здесь они указаны, да. То есть легкое управление, как говорится, не нужно никаких денег вкладывать. Вот. И я думаю, что любой ребенок, да и взрослый тоже, будет получать от этого удовольствие. Поэтому пишите мне в комментарии, подписывайтесь на наш канал. Если хотите, конечно, вступайте в наш клан. Он снизу, вот он указанный. Вот он. Вот. Вступайте туда, пишите нам там. Там можем переписываться. Можете свои рассказать. Я могу вам подсказать, какие деки можно выбрать, какие лучшие карты. Мы можем потренироваться. Здесь есть даже партии модус, да, можно в партии модус зайти и выбрать с кем-то с клана поиграть или еще что-то, да, можно обсудить. Можно зайти в чат, можно пригласить других друзей поиграть, да. Можно здесь поиграть тоже. Можно зайти в чат, вы можете нам написать. Можете нам написать, как вам что, или какой-то дек свой предложить, да. Можно здесь все обсудить. Классная игра. Могу только посоветовать, да. Подписывайтесь на наш канал, пишите нам в комментарии. А я желаю вам удачи и хорошего дня. Всем счастливо. Пока.